Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. В Сибири наступила весна. Сейчас на улице солнечно и температура плюс 3 градуса. Самое время для прогулки. Но гулять по лужам нет желания. Поэтому мы отправились гулять в район Кемеровской филармонии. Друзья, предлагаю совершить эту прогулку вместе с нами. По дороге нам встречались небольшие лужи, которые мы обходили стороной. Лови! Оля, лови! Оля, лови! Снег, иди, лови, иди. Что только капает. Лови. Снег прям липкий. Лови. Лови. Кряхтит. Кряхтит. Давай обратно. И новый, давай, лови. Лови. А в это время мама Ливия зависает на запахах. Фу. Она вот прям каждую вот эту вот, как вы понимаете, что. Каждое такое, меточку. Каждую метку она не может пропустить. Она изучает, сканирует. Вдруг там послание оставили. Да, вот видите, я вот я говорю, она не слушается. Да, она вот живет своей жизнью у нас. А бельчонок молоденькая еще. Трэш. Это вот кряхтелка. Нет, сказала, не пущу. Злиться еще, слезть, да? Надо. Кала, на, давай, смотри, что у меня есть. Вот. Ищи. Бельчонок рад скакать. Оля, лови. Куда понеслась? Белла. Куда понеслась? На, лови скорее. Ох, им тут хорошо. Тепло сегодня, солнышко. Да. Не знаю, камера передаст такой солнечный день, но прям такое летнее солнце. Давно такого не было. У нас в основном пасмурная была зима. После филармонии мы с удовольствием прогулялись по Притомской набережной. Так, вот мы зашли в тенек. Ну вот Белла идет рядом. Рядом. И она идет рядышком. Ольга тоже. Да. Маша тут пробует змейками всяко разно ходить, а? Белла. Рядом, да, идет она. Молодец. Ай, молодец. Молодец. Вот бельчонок рядом бежит. В последний раз мы здесь были в канун Нового года. Лед на реке Томи еще не тронулся, но через месяц здесь будет все совсем по-другому. Оля, держи. Держи.
Ага. Ай, Оли, Оли. Ну, Оли ни одну метку не пропустит. А Белка на нее злится, ага. Вынуждены сделать такие остановки. Вот у нас Белла прям полюбила играть в сугробах. И прям требует она, пищит, чтоб ей кидали. Оля, лови. Ольку, что ли, закинуть туда? Ага. А это вон она. Вот так ей нравится. Мы уже убежали вперед, а они все там возятся. Оливия. Бежали, 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 бежали. Бежали, бежали, бежали. Толстушка, давай. Бегай хоть маленько. Бежали, 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 бежали. Ох, Маша дразнит ее, а? Не дает она никак. Так, и это тоже вот. Ага. Ох, не дает она. Лови. 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 Ох, блядь. Поймаю. Ну нету, все. Что просишь? Нету, все. Нету. Нету. Все съели. Вот почти что до моста дошли. До Кузнецкого моста. Там вдалеке рыбачки сидят. Солнце очень ярко сегодня. Есть у нас и такие собачки здесь. Да, вот такая собачка у нас тут. Рычит, ага. Что, не нравится тебе собачка такая? Не нравится тебе? Кто это? Да? Не нравится тебе собачка? Кто это? Собака? Собачка? Вот какая собачка. Кто там? Ольке все равно. Пританцовывает нас Оленька. А Белка вот испугалась собаки этой. Гуляли мы с девчонками часа полтора. Белла и Оливия устали и послушно плелись рядом. Да мы и сами были не прочь посидеть на скамейке, поэтому вернулись к филармонии. Ой,
а мы нагулялись, решили присесть и свои перышки погреть. Для меня это вообще не высота. Вот наглая, а. Это все новости на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то поддержите нас пальчиком вверх. Нам будет очень приятно. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у нас все. Всем пока. До новых встреч.